Мажор. Ботаник. Вечный тусовщик. Или капитан футбольной команды. В каждом колледже есть такой студент. Смотри на канале Вуху. Популярные типы студентов в колледже. Этот парень старается быть всегда на стиле, но он всегда на шаг позади. Сегодня он рэпер. Бейсболка, цепи, речитатив. Опоздал, приятель, мы уже депрессивные эмо. Ничего, неформал подкрашивает глаза и отращивает челку. Добавим пирсинг в нос. Опоздал, приятель, мы уже габеры. Ну что за... Опять не успел. В следующий раз он подготовился получше. Даже взял у папы спортивный костюм. И снова не угадал. Опоздал, приятель. Мы уже творческая богема. Как вам этот дивинчик? А ты что, все еще габбер? А? Это такой вчерашний день. У этой девушки одногруппники постоянно выпрашивают еду. Но только не сегодня. Все заняты своим делом? Отлично. Есть шанс, что никто не заметит мои чипсы. Открываем их тихо-тихо, так, чтобы никто не услышал. О нет, голодные демоны пробудились. Все уже здесь. Я никогда не поем спокойно. Этот парень тусил всю ночь. По нему сразу видно. Главная задача – не уснуть на занятии. А если очень хочется спать, то всегда можно наклеить накладные глаза тусовщика. Теперь можно немного вздремнуть и вспомнить во сне прошлую ночь. О, вот это была знатная тусовка. Столько людей. А что это за прекрасная незнакомка? Она флиртует со мной всю ночь. Какая красотка. Давай познакомимся поближе. Привет. Привет. Ау, ты меня слышишь? Просыпайся. Вообще-то я стою с другой стороны. Так вот, кто эта таинственная незнакомка из моего сна? Это профессор Блонди. Здрасте. Родители этого студента так богаты и знамениты, что сначала в класс входит его телохранитель. А затем уже он, сам мажористый мажор. У него золотая парта и стул из самого мягкого плюша. Ради забавы он плюет в своих одногруппников 100-долларовыми купюрами из золотой трубочки. У богатых свои причуды. Но одногруппники совсем не против. Ты же не обижаешься на меня? Вот тебе на мороженое, приятель. Мажористый мажор может не напрягать руку во время занятия. Конспект за него пишет телохранитель. Только пиши разборчивей, Арнольд. По этому парню сразу видно, что он капитан футбольной команды. Он всегда в форме. Во сне.
туалете. В зеркале. О, да ты красавчик, чемпион. Подкачайся, ботаник, будь как я. Чемпион всегда первый. Во всем. Смотрите на меня, девчонки. Ох, вот это парень. Контрольная. И никто не знает правильных ответов. Кроме одного парня. Помоги нам, гений науки, пожалуйста. Вот он, мой звездный час. Но я не стану вам помогать, тщеславные тупицы. Качайте сами свои мозги. Нет. А результат всегда известен. Ботан получает наивысший балл. Он самый умный на курсе. Но почему-то его никто не любит. Над ботаником издеваются все, кому не лень. О нет, качок прямо по коридору. Нужен план маскировки. Что у нас есть поблизости? Только мусорный бак. Выбора нет. Фух, как здесь тесно. Но качок меня не заметил. Какое унижение, но я придумаю план мести. Это она, самая красивая девушка факультета. Мисс Колледж 2020, первая леди кампуса. Она просто очаровательна. Красотка только недавно перевелась из соседнего колледжа, и все самцы уже мечтают с ней познакомиться. Привет, я мажор. Может, ты хочешь прокатиться со мной на моей яхте в Париж? Если передумаешь, позвони мне. Красотка непреклонна. Она настолько шикарная, что ей даже не нужно ни с кем разговаривать. А вот и капитан команды. От ее красоты он растерял все те единственные три слова, которые знал. Эта малышка просто вау. Но что это? Красотка мчится в мужской туалет? Зачем? Что она делает? О, вот это новость! План удался. Переодетый ботаник отомстил за себя. Мажор и качок влюбились по уши. Но что мне делать дальше? Кажется, все зашло слишком далеко. А кто это следит за всеми в колледже? Ну, конечно, это она. Вездесущая журналистка студенческой газеты. Вау, а что это за тутси? Я накопала такой материальчик. Просто сенсация. В классе она следит за всеми. Фу, и как твои козявки? Вкусные? Острые? Перченые? Журналистка откроет правду всему колледжу. Жди сенсационную статью в новом выпуске студенческой газеты. Такой тренер есть в каждом колледже. Всем смирно! Втянуть животы! В вашем возрасте я уже был звездой мирового баскетбола. Вокруг моего дома собирались фанатки. А девчонки мечтали, чтобы я забил им гол. Втяни живот. Лучшие звезды мирового спорта и Голливуда мечтали со мной сфотографироваться. И не помните мои фотокарточки. Прекратить смех.
Иначе будете бежать в штрафной круг. Эта студентка следит за всеми? Кто она? Шпион? Тайный агент? Да нет же, она обычная шестерка преподавателя. Шестерка всегда отмечает, кто списывает на контрольной. Ага, шпора в пластыре. Хитро-хитро, но меня не проведешь. А после контрольной шестерка обменивает свою информацию на хорошие оценки. Сделка состоялась, профессор Блонди. Приятно иметь с вами дело. Понравились наши типы студентов в колледже? Тогда пиши в комментариях, есть ли в твоем колледже такие студенты. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые истории из колледжа на канале WHOO.